Булашаковцы помогают своим трудоустроиться. Сегодня в столичном дворце независимости прошла масштабная ярмарка вакансий для выпускников программы «Булашак». Порядка 500 соискателей пришли знакомиться с работодателями и, судя по оживленности у стендов, остались довольны. Открытые вакансии представили свыше 40 крупных компаний, среди которых фонд «Самрук-Казына», холдинг «Байтерек», «Назарбаев университет» и Институт экономических исследований. Работодатели предлагают не только трудоустройство, но и практику. Как отмечают организаторы, почти все обучившиеся за рубежом выпускники возвращаются в Казахстан. Чтобы помочь им стать востребованными, проводятся такие мероприятия. Как и прежде, сегодня наблюдается острый дефицит инженеров. Программа индустриализации набирает обороты, требуются очень высококлассные инженера. Средний возраст нашего инженерно-технического персонала – это 50-60 лет. Вместе с ассоциацией «Булашак» мы попытаемся систематизировать эту работу. Вот. Чтобы человек, обучившись, скажем, на nuclear engineering, да, вот ядерная энергетика, да, не работал где-то простым клерком, да, чтобы он нашел себя. У меня образование химик-инженер-технолог. Я отучился в Соединенных Штатах Америки. Долгое время высылал свои резюме разным компаниям, но они не отвлекались. Но я думал, что вживую поговорить с ними будет намного эффективнее.